Всем ассаламу алейкум, уважаемый зритель, вы на канале Nomad Fighting Championship, и это подкаст, посвященный юбилейному турниру нашей лиги, который пройдет 7 сентября в городе Алматы, в спортивном комплексе имени Балвана Шолаха. С вами я, Нурдалат Ишакулов, сооснователь лиги, и сегодня со мной рядом наш матчмейкер, любимый Исламбек Атабаев. Всем ассаламу алейкум, дорогие друзья, любители кулачных боев. Да и просто все фанаты этой сферы, которые хотят посмотреть грандиозные бои, сегодня мы разберем одну из самых харизматичных пар, которые предстоят выяснить, кто из них сильнее на кулаках на нашем турнире. Это Рашид Гиряев по прозвищу Раха Андийский. Гиряев. И уже полюбившийся нашей аудитории Марсель Нурланбекулу. Парни, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, всех приветствую. Да, я думаю, Марсель, ты уже, опять же говорю, уже в нашей лиге как родной, да. В Казахстане как тоже тебе здесь, да, здесь очень, да, удобно. Так что дадим слово гостю, да, Раха, ты сегодня у нас в формате гостя, но в любом случае мы рады тебя встретить как родного. От души, от души. Расскажи, пожалуйста, немного про свои эмоции, как добрался в Казахстан, как тебе вообще в целом, ты впервые здесь? Да, Казахстан, я впервые сам. Понравилось, что улица нормальная у нас, я даже город не видел пока. Пока еще не успел, да, но я думаю, это еще впереди у тебя будет. А так, улица нормальная вроде. Я принял, хорошо. Раха, немного познакомь, пожалуйста, нас и нашего зрителя, получается, с самим собой. Мы тебя знаем как бойца ММА, которого спает в фаркоре, да? Вообще, кто ты, откуда, чем ранее занимался? Я Гиряев Рашид из Дагестана, хасатурское население Аксай. Профессиональный боец хардкора, участник хайп файтинга, да, реалити. Да. Здесь на районе заехал, Казахстан. Приехал пошуметь, да, одним словом? Шум, стрельбит, ну, да, типа... Я активно наблюдаю за твоим инстаграмом и вижу, вот ты сам даже упоминал, что ты очень часто в последнее время перелеты. Отвечаю, частые перелеты, устал разные уже, страны, отвечаю. Да? Уже устал, отвечаю. Ага. Ты буквально вот с хайп-реалити вернулся и через буквально пару недель, да, уже... Пару дней дома был, даже пару дней, да? Москве, потом оттуда сюда. Ага. Расскажи, пожалуйста, историю, как вообще ты попал на Nomad Fighting, как, с каким предложением тебе вышли, какая была твоя реакция вообще в целом, почему ты принял этот бой против Марселя именно на кулаках? Это, я на связи с тобой был даже. Да, мы переписывались. Да, с тобой на связи был, с одним братом еще, коллега. Потом написал Исламбек, Исламбека поймали связь. Потом предложил мне его. Ну, для меня легкие деньги для меня, Марсель. Предложили, я согласился. Я говорю, полный газ. Ну, мы с ним нормально договорились. Ну, он-то нормально, потому что я-то что? Я что-то стрелка. Да, действительно, Исламбек в этом плане умеет убеждать бойцов. Да, и в целом, я думаю, поучаствовать на стадионном ивенте в Казахстане, в городе Алматы. Конечно, здесь совершенно другая аудитория. Я думаю, будут рады наши зрители тоже тебя увидеть. Все были против, расскажи, но я газдал. Расскажи немного про свой бэкграунд. Я вот честно видел парочку боев на хардкоре, да, я в основном видел тебя как именно борца-грэпплера. То есть расскажи про свою базу, чем занимался, какие-то достижения у тебя есть? Занимался борьбой, брат. Потом грэпплингом. Перешел ММА и начал заниматься ММА. У меня три победы первые раунды. Три боя в общем, да, получается, по ММА, профессиональному? Три боя первые раунды у меня. Так, держу, да, газ, аккуратно. И сейчас на кулаках предложу. Ну, я сейчас много случаев отказался, понял? Ну, Исламбек не смог отказать на кулаках. Ну, мой, давай, говорю, полный газ. Проблем нет, тут посмотрим, что за вид спорта. Как тебе вообще Марсель в лице своего оппонента? Марсель, что? Ниже меня. Для меня он легкий. Да. Для меня он легкий. Что именно весовое преимущество тебе даст? Не, вес-то у нас одинаковый. Ага. Просто по росту маленький. Да, по росту. Что-то морковки не хватало ему в детстве. Для меня нормально. Марсель, что-то ты достаточно молчалив сегодня. Да. Приветствую тебя тоже. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Всем ассаламу алейкум, Казахстан. Ну, у меня же постоянно уже в последнее время в Казахстане бой дадут. Я уже сколько? Этот год уже 7-й бой, брат, у меня. Седьмой бой? Да, именно в Казахстане. В Казахстане именно? Не Казахстане, Казахская лига, да? А, в Казахской лиге, да? О, напомни, где ты, получается, октагон, я тебя вижу часто. Да, октагон на три раза, и еще три боя этот Номад, да. И один бой. На хардкоре. А, хардкоре, да. Ну, Казахстан дрался. Ну, сын, я сказал, потому да. Что в Казахстане в последнее время много поддерживает мне. Все казахские фанаты топят за меня. Потому что я здесь. Но спасибо, это Казахская лига, все мне это...
дадут возможность. Я хочу немного дополнить, Нурлат. Получается, Марсель уже закончил один дом и уже начал строить второй дом. Олигарх. Конечно, сын по каждой неделе дерется. Подожди, ты сказал, 7 боев провел в Казахстане. А вообще, сколько у тебя в целом боев вот с декабря, с января 24 года по сегодняшний день? Сколько ты боев провел? Не знаю, брат, уже 10 боев, по-моему. 10 боев? Да. Прикинь. То есть, грубо говоря, каждый месяц ты выступаешь? Да, каждый месяц. Иногда я дрался здесь с Номату, этот, декабрь. Да. Через 4 дня я дрался в Кыргызстане обратно, кулачка. Ничего себе. Да, 4 на дня. На кулаках? Да. И здесь кулачный дрался, там тоже кулака. Да, вообще, я заметил, уже частенько начал выступать в этой дисциплине. Да, то есть, все, чувствуешь везде, себя комфортно. Да, уже чувствую. И мне этот Исламбек звонил, давай... против Раха будет готов. Я рад был этот момент. Ну, потому что он слабый. Он даже сам чувствуешь, проиграет по-любому, да? Нет, да, если я проиграл, если бы не приехал, если я думал, проиграл. Хоть я не дрался никогда по кулачке, но я здесь заехал. У меня тоже, база грэплинг. Ну, у тебя 7 боев по кулачке. А у меня первый бой сейчас, прикинь. Не, он сказал не по кулачке. Кулачке сколько у тебя боев? Вот скажи, стой. По кулачке сколько? Кулачка тоже 6-7. Ну, 7 боев, но по кулачке. Не, не кулачка, это ММА перчатки. Ну да, я понял. Кулачка, именно в стойке имеется. Да, именно в стойке. А у меня первый бой, я это газ дал здесь. Вот потому что тебе очень тяжело будет 7 число. Ну, мне просто клетка выйти и все, мне это хватает. Нет, тяжело, тяжело. У нас Раха ринг. У нас ринг, да, то есть с канатами. Я думаю, если ранее у тебя опыта не было, тебе нужно будет очень быстро освоиться, потому что дистанция вашего боя буквально 3 раунда по 2 минуты. О, прикинь. Вы же понимаете? Прикинь, перчатки, это ринг, первый раз я ринг, вообще не дрался никогда, всегда клетки. Да, первый ну что, суета будет, что поделать, зайдем, да посмотрим, что как. Да, седьмое число брази. Посмотрим. Да, Let's go, Киргизия. Давай, давай. Ну, кулачка тебе не ММА, Раха. Да. Потому что здесь допустим, если в ММА люди дистанцию проходят 5 минут, и у них хватает дыхания и вот эти все моменты, но здесь 2 минуты, это как вечность. Я тебе что говорю, я всегда отказывал эти моменты, сколько предложений были в России, кулачка, я отказывал всегда. Ну, вы набрали меня, я же интересно было здесь посмотреть, что как. Думаю, другим отказал, хоть надо же принять, посмотреть. Марс, это же легкий для меня. Думаю, давай, let's go, уже из Бразилии. Посмотрим, посмотрим. Раха, седьмое число. Почему ты считаешь, что он легкий? Вот ты сам сказал, что он 7 боев уже на кулаках. Не, он думает, я грэплер, потому что он думает. Думаю, что у тебя 7 боев, у тебя грэплинг, это бои есть у тебя. Кулачки 7 боев, я знаю. Вот, потому что тебе очень тяжело будет. Я хочу первое положение ему сделать здесь. Посмотреть, понял, что Киргизия, что это скажет. Ты понимаешь, да, что ты хочешь нанести первое положение в принципе в его карьере? Ты же Марсель непобежденный и в ММА, и в кулачке, да? 14-0, брат. 14-0 в ММА. Заехал, если Раха английский дали, не знаю, что будет там. Да, по-любому есть. Скорый же есть у вас, скорый море, все готово будет. Ну ты 100% уверен, да, в своей победе? Ну если я не знал бы, вот сюда не заехал бы я. Ну у меня такой вопрос, готов ли ты поставить свой гонорар? В этот момент сейчас оставьте, может я руку сломаю, может я это ногу сломаю, я же не знаю. Да и тем более, брат, я думаю, что... Что, я зря заехал сюда? Первый опыт, конечно. Первый опыт еще. И сам ты не газы дает. Они с Марселем уже до этого договорились. Я на встречу пошел, но понял, вот такие... Это давали, же на встречу пошел я ему. Первый раз такие деньги дают мало. А, Марсель, у тебя какие планы? Какой план? В каком раунде закончишь? Не знаю, постараюсь первый раунд отправить на кого-то. Ну, Марсель, Раха, ты Раха, вообще дальше. На кулаках нокаутировал кого-нибудь? Ну вот кроме последнего боя против Анвара, там и то я видел такое техническое, да, вроде бы, в корпус ну, он сел. У меня все... Ранее вот действительно нокауты были у тебя, Сурок, даже в ММА. То есть я часто вижу, как ты за 10 секунд там можешь вывернуть сразу пятку оппонента, но именно чтобы люди падали от тебя, я честно, я не видел. Да, ни разу не было. В чем уверенность в этом поединке? Не знаю, посмотрим, брат, ну, в общем, число, цель именно идет на досрочный поединок. Ну, я постараюсь досрочно выиграть. Либо печень, либо, не знаю, задушить или как. Раха, подскажи, ты правша? Да. Правша, я лепша. Да. Угу. Лепша. Очень. Еще неудобный, прикинь, да. Да, я неудобный. В общем, все карты против тебя, но ты здесь. Да, это действительно... Такие все карты против меня есть. Сэм Байоу, левша, потом ринге дрался Сэм Байоу. Еще местный. Ну, да, можно сказать. Почти уже местный, да. Не знаю, Марселя в Алмате очень сильно любят. Не знаю, за это она была 3-4 ляма, а с нами... Я думаю, знаешь, Раха... согласился, я думаю, Раха, вот в зависимости от того, как вы покажете бой на кулаках, вот ваш бой в ММА-организации, мне кажется, это прям одно из таких громких событий. Там суета будет, да. Если ММА будет, брат, скучный будет. Ну, кулачка можно, 3 раунда бой. Если ММА будет, брат, неинтереснее будет этот бой. Потому что я его задушим или не знаю, болевой. Ты так думай, ты так не думай, да. Не, потому что я знаю его, этот ММА. Ну, первый раунд, по-любому, 100%.
Ну, ты этих выиграл, понятно. Ты думаешь, что ты именно в грэпплинге, получается, на земле, да, его задушишь? Да. Ну, он каратисту задушил, каратисту там, классно, это да. Не, если кулачка, брат, ну, не знаю, три раунда бой будет. Да. Ну, потому что он длинный, ну, он тоже неудобный, холхозный, потому что... Сам ты холхозный. Три раунда бой будет. Ага. Ну, посмотрим. То есть ты, в принципе, готов и на полную дистанцию, да? Да, конечно, хоть. Полный газ, а? Полный газ. А, вот такой вопрос, Раха, тебе. Подскажи, пожалуйста, Марсель, мы уже знаем, что он часто выступает на аренах больших. У тебя ранее был какой-то опыт выступления незакрытых съемок? Да, понимаю, что хардкор, хайп, реально. А не было, вот первый сейчас стадион. Это турнире, вот у тебя еще первый. Короче, я вот смотрю, действительно... Все минусы против меня, вот здесь. Красные карточки против меня сейчас отвечаю. Он каждый бой арены дерется. Вот я и говорю, потому что, Марсель, сам поделись эмоциями. Какая разница? Вот ты же часто и в закрытых съемках участвуешь, и в открытых. Если людей много будет, брат, чуть-чуть давление. Ну, на Алматфайтинге, Марсель, да? Не бывает мало людей. У нас всегда биток. Это у нас хотя бы, хоть и второй турнир, но вот первый наш ивент, зрители, которые помнят, наверняка, до сих пор у них, знаете, даже у меня снова дрожь такая, знаешь, пошла, потому что когда я видел 8-тысячную арену, которые пришли болеть за наш местный казахстанский продукт, это действительно радовало очень сильно. Уровень. Но и при этом, если вы смотрели наш прошлый ивент, да, который был 10 июня 2023 года, там прям спектр эмоций был выдан максимально. То есть, начиная с массовой драки в самом начале, заканчивая там сенсационными какими-то моментами, у нас даже там один боец сделал предложение на арене о том, что еще было у нас. Жениться? Да, сделал предложение девушка, она там согласилась. Женат и, сейчас? Да, сейчас уже женат он. Активно тоже выступает на хардкоре. Может, ты его знаешь, это Васиф Абасов. Он на реалити выступал в команде Вудли, если не ошибаюсь, он дерется. Ну, вот. Наш единственный представитель из Казахстана, Васиф Абасов, это вот на HFC реалити. Не знаю. Давай, я думаю, чуть-чуть парочку вопросов для нашей аудитории раскроем по поводу хайп-файтинга. Если, конечно, мы не будем вытаскивать с себя спойлеры и так далее, но вообще в целом расскажи про атмосферу, как там шел заряд, как вас там встречали, что было интересного там происходило. И один из главных вопросов. То есть я вот видел в Инстаграме, да, ты и с Чимаевым, и с Сарукяном, получается, очень хорошо дружился. То есть в каком формате у вас все это проходит? То есть они капитаны команд, но именно тебя и Царукяна я видел, отметил отдельно. И Чимаев отметил. То есть там было достаточно большое количество участников, спортсменов. Но ты им прям, знаешь, по душе как будто им пришелся. Расскажешь про вот этот опыт тоже общения с ними? Ну, я с Хамзатом давно знаком. А с Арманом там познакомились, и мы связку поймались. Mm-hmm. Ну, у нас круг был, Хамзат, я... Ну, мы с тобой бывали стабильно. Да, да. А в целом, как ты на реалити попал? Мне набрали, ну, 2-3 раза набрали, короче, я отказал, думал, не то будет здесь. Uh-huh. Потом еще раз набрали, сказали, Раха, через полчаса надо вылететь, давай, типа, возьмем билет туда-сюда. Я вот так подумал, думаю, да, ну, давай, здесь рискну, чего как. Потом я еще подумал, а там же Хамзат и Арман тоже, так, Хамзат близкий. Думаю, давай, поехали. То есть с Хамзатом ты был знаком до реалити? Да, да. А как вы познакомились? Ну, мы с Дубая познакомились, с ним, все, Дубай было, все произошло, Дубай, туда-сюда. И так связки поймали с ним. Uh-huh. Потом Амза тоже там полетел, все на высшем уровне, отвечает, хорошо относится, молодцы, Альфред, я вообще удивлюсь Альфреду, думал, на видео, он так, оказывается, в жизни хороший мужик, он все делал. Я вот часто такое слышал про Альфреда, но я видел пару фрагментов, да, которые... Да, вот я тоже слышал, но для меня он все делал четко, ни разу не подвел, ничего, все четко. То есть там действительно такая пацанская атмосфера. Вот все делал для меня, отвечал, что я говорил, делал. Мне очень понравилось, я вот часто видел моменты с хайп-реалити, да, вот именно третий сезон, если первый, второй для меня такой был, он, конечно, был хайповый, действительно, да, оправдывает свое название, но вот третий они прям сделали супер, да, действительно уровень они показали, то есть... 15 звезд собрали там, все такие. Да, и у них еще такая, знаешь, соперничество было с хардкором. То есть в формате того, что там Вудли и Рохоль, да, а здесь просто Альфреда берет, и Царукян, и Чимаев там соглашаются. То есть для меня на самом деле это было удивление, потому что, ну, топовые бойцы UFC, хайп-реалити в любом случае славится своими такими, знаешь, трэшовыми моментами. Шум, в том плане, да, что-то шум, удивляет, то есть там действительно шум идет, и очень сильно. В лице Хамзата и Армана Царукяна капитан для меня было прям действительно большим сюрпризом. Ну, что еще ты можешь рассказать? Что-нибудь интересное можешь сказать для наших зрителей по поводу хайп-реалити? Ну, все четко там было, все на высшем уровне, все четко там. Проводили питание, жилье там, все это дело, все четко было. Гонорар, не гонорар, все четко сделали, все бомбово. А в целом вообще, как я не до конца понял там формат, то есть вы там дрались команда на команду, но была определенная своя сетка или как? Ну, там же. Там же на месте, в принципе, это была жеребьевка. Да, и... жеребьевка туда-сюда. То есть ты, вылетая на хайп-реалити, не знал, не знал, что с кем будет драться. Тебе было без разницы. Но три соперника поменялись. А, да ну. Два соперника поменялись, да. Угу. И третьим потом подрался. А, все, ну, а с кем подрался?
Нельзя говорить. Да, а, вот это же такие спойлерские моменты. Я думаю, мы дождемся. Очень сильно ждем, на самом деле, первую серию. И в целом будем наблюдать за этим реалити. Хорошо, давай, Исламбек. Я думаю, вот я с Рахой хорошо прям пообщался. Марселю пару вопросов. Давай, я думаю, на общую тематику, что у Марселя происходит. У него очень достаточно много новостей, которые можно у него спросить. Давай раскроем для нашего зрителя, что у Марселя происходит вне октагона. Вы не обращайте внимания, у нас матчмейкер первый раз именно держит опыт на камерах, поэтому я думаю, в комментариях можно поддержать его, потому что парень знает свое дело, он действительно профессионал. Даже вот Раха говорит, что он сделал свое дело хорошо. То есть даже не в обиду тебе, даже если это самый маленький гонорар в твоей жизни, но... Ну, по душам понял, что он медагарный, у нас работа, система такая. Да, это не только его работа, он на самом деле такой. Хороший, в жизни хороший. Я говорю, не по работе мы с ним связку поймали, а по жизни, понял? Я посмотрел, нормальный мужик здесь. Можно с ним нормально. Спасибо, я полностью поддерживаю и дополняю твои слова, потому что я от бойцов лично я не слышал хейта в сторону Исламбека. Да. Это такой уникум, которого мы никуда не отдадим. Ну, есть пару человек, которые хейтили. Вот характер надо держать, это верно? Конечно, однозначно. Молодец, Исламбек. Я тебя сам поддерживаю. Давай, красиво делай. Ага. Все. Ну, Марсель, рассказывай, что у тебя в жизни нового происходит. Как там? Вне октагона. Откуда? Чё? Ну-ка, что? А, сейчас я тебе показал. Да, я вот заметил. Это с Валбереса, да, 2400? Не знаю, сейчас он раскроет нам. У меня же все четко. Ну, ноябрь, октябрь, предлагает еще бой. ММА, кулаки? ММА. У меня же каждый бой. Ну, пока что это обсудим гонорар насчет. Ну, если решаем, ну, бой будет, очень интересный бой будет, да. Я думаю, здесь чуть-чуть можно поподробнее раскрыть, да, если ты не против в этом формате, потому что до меня доходили вот интересные слухи, да, вот как раз Исламбек тоже эту информацию протаскивал, то, что, ну, наверняка все фанаты единоборств знают, что Мухаммед Мукаев подписался с лигой Brave, и сейчас они, если не ошибаюсь, у них был, да, легчайший дивизион 57 килограмм, и... Как раз таки претендент для первого боя в лиге Brave, я думаю, они рассматривали тебя, да? Это правда, неправда? Расскажи, пожалуйста. Да, мне звонил этот Октагон, я им сказал, ты готов выйдет? Я ему сказал, да, я рад. Октагон звонил? Да, Октагон. Ну, лига Октагон? Да, лига Октагон. А, они с Brave сотрудничают, да? Все, услышал. И они сказал, если мы обсудим гонорар, ну, там же не маленький будет. Конечно. Там же уже большой. Ну, интересный бой будет, Макаев тоже неповезенный. 19-0 3-0 у него. Нет, 13, нет. А, это в любителе. Нет, да, это любитель. Ага. А профессиональный рекорд? 19 или 13-0. Я просто знаю, что у меня... он 7-0 в UFC. Да, у меня 14-0. Ну, бой будет интересный. У Макаева 13-0, да. 13, да, да, у меня 14-0. Ну, посмотрим. Если поставить... Ну, он хороший спортсмен, мне интересно. Здесь, вот ты несколько раз сказал по поводу гонорара. То есть здесь у тебя именно идет вопрос того, что... Должна быть правильная сумма, или ты готов рискнуть? Потому что, Марсель, при всем уважении, да, к твоему рекорду, да, к твоей базе, уровень UFC 7-0, это, блин, для меня лично, да, как для фаната единоборств, это что-то с чем-то, на самом деле. То есть, какие эмоции? То есть, у тебя действительно идет, ну, будем откровенны, да, то есть, ты идешь туда за большим чеком с риском проиграть, или же есть какой-то момент именно спортивного? Настрой есть, брат. Я этот, он, когда дрался, Брайв, у него рекорд 3-0 или 4-0 был, этот момент, сказал, 61 дрался, по-моему, этот момент. И мне сказал этот, ему соперник, если ты готов, я ему сказал, сразу готов. Этот момент. Это когда было? У меня этот, когда он... Начало. Начало. Брайв, да. Года 3 назад, 4. Да, 3-4, да. 21 год. Да, этот момент мне сказал, я ему сказал, если с ним поставить, я готов. Ну, мне интересно и этот момент. Ну, сейчас тоже интересно, если предлагает. Мне кажется, этот бой, ну, интересный бой, сенсация, на самом деле. Ну, у него тоже база борьба, брат. У меня тоже грэплинг, ну, интересный бой. Ну, у них тоже не сильная стойка. Ну, у меня тоже хватит этот. Блин, вот, кстати, на стойке Мукаева я бы сильно поспорил, потому что, блин, я видел его бои, он действительно, такой легкий, знаешь, взрывной и нестандартный угол удара в него. Что колени, что локти, что руки, да, то есть у него летят. Я тоже лепша, я тоже всегда неудобно. Он левша, да, Мукаев левша? Не, он правша. Да, ну, я левша. Неудобно ему. Ну, ты сейчас как раз, учитывая, что ты выступаешь на кулаках, я думаю, ты стойку действительно хорошо подтягиваешь. Как у тебя с ногами, Марсель? Ногами тоже нормально. То есть, хай-кики, а Норвегу печень попал, видел этот момент? Да, да, я помню ваш бой на хардкоре. У меня все есть, брат. По идее, столько будет. Да, немного добавить. Когда мы составляли карт, этот бой должен был войти, вообще выйти Марсель с Ануарбеком. Но Ануарбек... отказался, да? Да, отказался. Вот. И вроде... А по какой причине? Не договорились с чеком или... С чеком не договорились, да. Но я не знаю, в этот момент я не понял позицию Ануарбека. Вроде для него чек не должен был быть важен. Да, он проиграл. Да,
принципиальный бой должен был, допустим. Я думаю, мое мнение чисто, у Анурбека больше шансов в кулачке выиграть тебя. Он же боксер. Мастер спорта по боксу. Ну, в боксе участвовал. Все мне писал, почему не выйдет. Да. Я же сразу сказал. Да. Перед боем подачал, да? Кулачка, да? Да. Ты Мухамеджаном стоял, там этот момент сказал. Я помню, ты перед боем ММА тоже сказал, хоть на кулаках, хоть в ММА, я готов выйти. Кулачка и ММА без разницы. Я здесь тоже не до конца понял позицию Анурбека, потому что вот ты мне сейчас говоришь, я вспоминаю, что такая информация тоже была. Я почему-то думал, что после того поражения, да, где там буквально за минуту-полторы, мотиватор должен был сам тебе тянуть. Знаешь, это должна была вообще быть история, что давайте я заплачу, чтобы вы мне его вытащили на кулаки. То есть, такой наоборот, информации. За мной бегать надо. Я же... Но реванш. Марсель, он сразу согласился. Он сказал, гонорар не важен. Да. Вообще, как тебе история с Анурбеком? То есть сейчас ты слышишь, Анурбеком, что он, в принципе... знаешь, брат, я когда Кыргызстан был, Москва был, все подошли и спрашивают, когда реванш. Вот, Исламбек тоже. Кстати, хотел бы добавить, мы недавно были на Иссык-Куле, Марсель пригласил гости, и даже вот идем, у Марселя, честно скажу, очень бешеная фанатская база в Кыргызстане. И хочу добавить, Анурбека... Прям тоже все тоже все знают. Да. Мне что нравится в Анурбеке мотиваторе, то, что он действительно создал себе какой-то некий бренд-нейм, мотиватор, Анурбек, его все знают, что бы он ни делал, как бы он там ни выступал, в любом формате, это человек, которого мы с Мухамеджаном сами, я вот помню первый турнир Намада, мы сами вручную обрабатывали заявки, у нас вот мы тогда запустили лигу, то есть все было в маленьком объеме, и я помню, вот мы с президентом лиги, с моим партнером Мухамеджаном сидели, распечатано в формате, видели заявку Анурбек мотиватор, видим, 37 лет ему тогда, по-моему, на тот момент был, мастер спорта по боксу. И Анурбек тогда сразу уже своим говором отличился, то есть он умел разговаривать на камеру уже в тот момент. И когда у него был дебют на Намаде, я помню, что он нас сильно удивил, на самом деле. То есть Анурбек — это чисто продукт намадфайтинга, действительно. То есть дальше он уже развился как собственный бренд-нейм, но если после брать меня в корни... уже все Казахстане знал, Прямо после меня, Перед меня, он знал его. Почему? Потому что до боя с тобой он шумел и с Арманом Ашимовым, то есть у них был какой-то некий конфликт. Не такой был, брат. Знаешь, у них, я Инстаграм тоже видел, этот момент был просмотр 20 тысяч, 10 тысяч был, после меня уже миллион двести, уже все, каждый этот видео, казахский этот, группа выложит этот, каналы. Я помню, как я удивился, когда вот эта у вас стычка, у вас вообще история с Анурбеком началась же на Найзе, Найза Fighting Championship. Да, Найза предлагал. Расскажи вообще, почему вас поставили вместе против друг друга, то есть вообще, если даже брать историю вот эту вкратце, то есть как тебе предложили его и ему тебе, то есть какой был смысл этого боя? Просто как стандартный рейтинговый бой? Да, рейтинговый бой был. И получается, там действительно все, Анурбек пошел, я помню вот эту стычку вашу в отеле, в таком формате, и вот после этого было резкое завершение истории на хардкоре. На самом деле, на хардкор, когда я был на ММА, получается, я очень сильно удивился вопросом, как вас допустили к этому поединку. То есть это... давай раскроем карту, уже действительно все было. То есть вы были готовы к этому поединку? Или же это действительно было в моменте сделано там на арене? Мне этот перед турниром звонил матчмейкер, и мне предлагал, и ты будешь Алматы, ты просто там гостем будешь. Да. Вот так мне позвал, и Анурбек тоже вот так позвал, просто гость. И мы подошел перед турнир. Это фейс-то-фейс был? Да. Ну, матчмейкер не подошел мне. Бой не будет, Марсель. Вот так сказал. И когда был стадион, и этот момент сказал. Подошел, давай, сделаем это. И этот момент перед боем предлагал это Анурбеку. Анурбек что-то задний кидал и большой гонорар спрашивал. По итогу Толя дал ему гонорар, который он хотел. Да, этот гонорар дал. И этот мне хардкор сказал, если ты завтра будешь драться, ты готов туда-сюда. И я подошел к Саге, я ему сказал, давай ты выйдешь со мной. Ты сам предложил Саге выйти по ММА? Давай, завтра. И какая была реакция? Да, стоял. Он сказал, я не выйду. Сага, кто это? В общем, есть боец, друг Мурабека Хасымбая с командой Тубе Топ Тим. Он тоже профессиональный боец. В общем, у них, знаешь, какая была история? Саги прославился в просторах ПОП-ММА, когда он обвинил всех бойцов ПОП-ММА. Он сказал, что ПОП-ММА это там детский сад и так далее. И потом он подошел к ПОП-ММА. Он так говорил. И на бой не вышел, да? Да, он, у них была крутая минутка. То есть они провели буквально на прошлой конференции крутую минутку. И у них есть история. У них действительно есть неприязнь у Саги и Марселя. Я вот это не раз замечал. Это вот бой, который мы планируем на самом деле сделать. В какой-то момент мы его в любом случае хотим тебе предложить, Марсель. То есть твое мнение по Саге? Давай вкратце тоже пройдемся по Саге. Сагнай Шукур на кулаках. 3 раунда по 2 минуты. Без разницы, брат. Все, ты готов, Знаешь, этот момент я ему подошел. Давай выйдем завтра. И он сказал, мы такой этот
Он сказал, клоунские дела не делаем, вот так, вот так. И я ему сказал, ты же хотел бой. И перед этот, перед Фара тоже предлагал Исламбеку. Да. Я ему сказал, да, он травму получил или что, не знаю. Уже второй раз вот так задний кидал. И потом, когда камера выключает, сразу начинает, я готов, я готов. Ну, знаешь, чисто хайп нужен. Чисто ради хайпа. И я после этого сказал, все, я не буду с тобой тогда. Если ты завтра не готов, и ты вот такое слово сказал, я Инстаграм тоже писал. Я вот от Исламбека потом тоже слышал, то, что уже когда я предлагал, да. давай сделаем Марсель Саги, то да, есть он говорил, что вот уже так... Марсель не хочет давать да. ему какой-то там да, хайп. Хайп. Даже историю не добавляю. Я теперь понял. Раньше я ему дал хайп, и после меня ему люди даже не знали этот момент, что такое Саги, он ММАшник или что, никто не знал. Я после ему хайп дал, и он потом сказал, мы сам такой хайпо, и потом... Я ему сказал, у меня бойцы очень много, очередь. Когда время придет, тогда ты выйдешь. Я скажу, давай выйди и этот момент выйдешь. Ты думаешь, что да. ты решил вытянуть его в ту, да, сторону? Да, потому что ты жди пока что. Когда у тебя форма не было, я скажу сразу, давай выходи и проиграйся и уезжай сразу. Я вот чуть-чуть назад вернусь. Я вот когда мы разговаривали по поводу Мукаева и Брейва, то есть можешь заключение дать? По итогу этот бой сейчас на какой стадии находится? Брейв? Да, в Брейве против Мукаева. То есть да. ты дал какое-либо согласие, или вы сейчас общаетесь да, по гонорару? Да, я сразу сказал, ну согласен дал, брат. Пока что обсудит. То есть в скором времени, возможно, мы можем увидеть да, громкий октябрь анонс. Октябрь или ноябрь. Вот, Раха, я заметил, что когда мы говорили про Мухаммада, да, ты очень часто так в разговор именно вклинился. То есть ты знаешь Мухаммада да, Мукаева? То есть, лично вот. Знакомый. Вообще, давай я чуть-чуть, я сам как обозреватель да, всей этой индустрии, я же говорю, я помню, когда Исламбек мне скинул тебя, твою страницу, вот сказал то, что вот готов он выйти против Марселя. Я наблюдаю за всей этой индустрией, но я честно не смотрю хардкор ММА. То есть хардкор ММА, я там такие единичные бои какие-то смотрю, я больше фанат кулачки. И я увидел сразу тебя, видел, получается, твой вот этот хайлайт, где-то вот вышел, получается, это было супер детство. То есть, да. А, да, вот этот был момент. Ну, по-моему, деньги тоже был момент, нет? Это, а, это чисто вот это со словами, да, было? Чисто вот это. Мне прям сразу это видео залетело, и я даже, знаешь, не обратил внимания на актив, который был у тебя под страницей. Пожалуйста, можешь... Немножко даже для меня самого раскрыть, то есть я вроде бы в этой индустрии давно кручусь, я уже 3 года, да и максимально ее обозреваю, но я раньше тебя не замечал, но я при этом видел, что люди, которых я чту, уважаю именно в сфере единоборств, они прям тебя действительно хорошо знают и не просто знают, они тебя поддерживают. То есть расскажи, пожалуйста, откуда у тебя такая действительно большая медийка, учитывая, что ты провел только 3 боя в профи? Ну ты посмотрел же актив тоже из Тагана? Конечно, конечно. Как тебе актив? Очень, очень мне понравился. Ну, меня все, весь мир знает. Хоть я не дрался там, тут, но меня весь мир знает. Все бойцы знают, и все эти самые дела. Вот откуда? То есть откуда они тебя все знают? Ну. Ты сказал, что ты в Дубае познакомился с Чимаевым, но ну. в Дубае ты говорил, что ты ехал к Исламу Махачеву. То есть... Нет, ты до этого с Хабибом, да, знаком был? Да, с Хабибом. То, я Хабиб тебе дал, да? Ну, такой ну, хайп. Не, толчок. Начало 16-го, да, Хабиб помог. Там зал, да. не зал. Угу. Все бесплатно было, Хабиб помогал. Вы, ну, получается, простой человек вообще, понял? С одного зала, да. С одного зала даже, да? Да, Хабиб помогал, он достойный человек вообще. Жестко помог в то время, я сельский парень. Угу. Приехал в город, ничего не знал. Там все бесплатно в зале, все дела, круто. Все четко. Так и пошло. Потом 19 лет я поехал в Ростов, там поработал, думал, спорт это не мое, осталось. Не мое, что устал от спорта. Поработал где? Охрана, махрана там, туда-сюда, потом оттуда Москву. Потом мне предложили спортроту. Спортрота? Да, ага. Армия спортрота предложили. Да. Потом думаю, ты служил? Да, поехал в Ростов, послужил там туда-сюда, чуть воевал тоже. Потом поехал, потом зашел в Москву. 19-й год, Ростов. Ты да. заканчиваешь, да, тебе предложили спорт. Не, не, 19-й год, Ростов поработал, да. потом переехал в Москву. Да. В Москве двигался туда-сюда, потом предложили спортроту, я согласился, тот же день вылетел домой, да. сумку собрал, армия, год армии туда-сюда, потом обратно в Москву. Потом оттуда предложили в Севастополе работу, там охрану одного охранять. Да. Поехал в Севастополь, потом предложили мне... Ну, подожди, многие... предложили работать в охране в Севастополе? Да, там охрана человека одного. А, то есть как личный телохранитель, да, да в таком формате? Ага. Охранял человека, потом все говорят, Рах, тебе надо спорт. Все знали, то да, время да, тоже. Да. Все бойцы, профессионалы, все знали, типа, говорят, Рах, эй, оставьте работу в спорт. Потом я закинул историю, типа, обратно в спорт, имеете предложение с Беларуси, там, с Казахстана. Оттуда, короче, начали предложения, короче, с хардкора, Октагон, Казахстан. Октагон, да, да, вот где Марсель выступает. Да, Октагон, потом БФЦ, Беларусь, там, короче. Ну, в общем, большой да. список, да, выявился к этому моменту, да. который хотели тебя видеть в лице бойца. Предложения понравились хардкора. Угу.
Это. Вот здесь я тоже у тебя пару вопросиков задам, потому что я вот знаю, ты 3 боя провел в профи, 3 боя провел в хардкоре. Да. Когда увидели анонс твоего боя на Номад Файтинге, то есть на нас сразу матчмейкеры хардкора просто толпой начали со всех сторон, и с менеджеров, и сами напрямую пытались до Исламбека дозвониться, говорили, что Раха наш боец, он там наш, на эксклюзивном контракте. Не знаю, здесь у меня такая, знаешь, общая позиция, наверное, для как владельца лиги, совладельца лиги, да, в таком формате, то что... При всем уважении к хардкору, да, в таком формате, наши бойцы периодически выступают там, и я вот, если честно, не помню, знаешь, конкретного звонка от матчмейкинга да. хардкора, то, что вот, здрасте, я такой-то, такой-то, хочу вашего бойца увидеть. То есть они за нашей лигой очень активно наблюдают ваши матчмейкеры, то есть и хардкоровские, и хайповские, и с РСС очень часто у нас бойцы туда выходят, и в этом формате мы вначале как-то, знаешь, я помню и реакцию Мухаммеджана, и моя, то есть мы чуть-чуть... Не то, что обижались, нас это чуть-чуть дергало в таком формате, что с нами не советуются, и наши бойцы туда уходят, но мы понимали, что бойцы — это народ, который в любом случае зарабатывает боями, и когда у нас были некоторые проблемы и простои, мы не могли сказать бойцу, нет, жди полгода, сейчас через полгода будет у нас турнир, мы их без проблем отпускали, то есть не было никаких разборок. И вот в формате того, когда я увидел, когда увидели они тебя на нашем карде, сразу пошли разговоры, давайте снимайте его с карды, я сказал, при всем уважении, говорю, это ваши проблемы, то есть если у вас есть эксклюзивный контракт с бойцом, разбирайтесь с бойцом. Когда тебе все звонили, короче, уберите меня. Да, я говорю, я, из менеджмента с бойцов выходили, и сами матчмейкеры, если да, не ошибаюсь. Да, сами матчмейкеры выходили, но я сразу позвонил Рахе, но честно, чисто уважение Раха тебе, он сказал, он приехал и говорит, не переживайте, уже было согласовано. Не будет срыва, я буду здесь. А я в любом случае здесь поддерживаю формат того, что лиги должны дружить, но в формате того, что если у вас проблема с бойцом, да, как владельца лиги или там матчмейкинга лиги, да, они должны решать с тобой. Расскажи просто, на тебя самого выходили, и что за эксклюзивный контракт у тебя с хардкором? Ну, что такое эксклюзивный контракт? Ну, это типа, короче, большой человек там. Ага. Я и понял, что они боролись за тебя, как за медийный, получается, объект. В таком формате. Они не хотели, чтобы ты в другом месте выступал. Но по бумагам. Расскажи историю. То есть, действительно у тебя долгосрочный какой-то контракт, где ты не можешь выступать в других дисциплинах? Не, у меня контракт недолгосрочный. Недолгосрочный, короче, да. Понял? Ну, там на пару боев было. Да. Ну, хардкорт, который меня, люди, которые меня подняли, это хардкорт, они забудут, буду там только, конечно, выступать. Ну, мне надо заработать. Конечно, я же мало, пока молодой, надо там, тут конечно. Шум, суета, понял? Надо подраться. Там есть у меня одна причина, поэтому я дерусь, надо заработать, мне надо суету. Это причина поднять. Такая личная, секретная? Да, личная, секретная, очень все. Секретная, все, родной. Все. Ты не обессудь, конечно. Да, нет, ничего страшного. Не хочу, чтобы кто-то слышал. Понимаю. Такая суета, я думаю, let's go уже есть. Ну, я хардкор, да, молодцы, они подняли меня. У меня с хардкором хорошие отношения. С лигой очень хорошие отношения. То есть в дальнейшем также собираешься выступать, закончить свой контракт как минимум ну, там, да? Ну, хардкор я буду выступать, но люди, которые меня подняли, эти люди, конечно, там тоже, конечно, буду выступать. То есть твоя медийка, грубо говоря, это, знаешь, микс того, что ты был в этом общем круге, в кругу популярных бойцов, да, получается, из Дагестана, вы все земляки. Все, да. И как только ты вышел в профи, как раз на площадке хардкор ММА, там уже в миксе всего дало тебе вот эту медийку. Ну, да, это началось, я с хардкора начал, я людей знаю, кто мне помогает, я этих людей на всю запомню, понял? Вот, например, как вас, как Ислам, как тебя. Таких людей, кто помогает, но я их запомню, как хардкор помогает. Кстати, о помощи людях, которые ты запомнишь. Вот эта рассылка, я во всех телеграм-каналах видел, то, что Хамзат Чимаев подарил машину Рахе Андийскому. Расскажи, пожалуйста, немного про этот момент. Ну, Хамзат, ну он увидел, что я пешком хожу, короче. Типа, такое имя, типа, пешком ходит туда-сюда. Дал деньги, короче, говорит, надо машину тебе туда-сюда, чтобы машина была у тебя, Раха. Так Хамзат мне помог, говорит. Я говорю, давай, что возьму. Сел гранту, короче, пахану подарил. Да. Чтобы пахан был, понял? Красавчик. Блин, ну бодро это... двигался, понял? Я-то что, найду, палил, молодой, то есть пахану подарил, чтобы он себя чисто... Как эмоции отца были? Достойно, понял, гордился, что сын подарил машину отцу. Конечно. Ты же ощущение, прикинь. Еще номера хорошего отмыл, да? А, номера. Я без номера двигался. Мне муж, в Дагестане меня все работники знают, короче. Да. Ни разу даже права не спрашивали, Раха, где паспорт? Все спрашивали, когда приехал, Раха, где был ты? Без номера двигался. Сейчас отец что-то номера закинул какие-то, не знаю даже. Я кстати, вот... да, хотел вопрос задать вот насчет твоего прозвища. Почему андийский? Ну, я по нации андиец. Ага. С Анди хочу репутацию андийцу поднять. Анди – это, получается… Дагестан, село. Село в Дагестане, да? Да? Вот как Алмата, там как… Астана. Астана, вот Уштубе у нас да, есть. Уштубинский Тайсон. Уштубинский Тайсон, да, вообще. Я понял. А так я сам живу в Аксай, в селе на Аксай, а так родина у меня с Анди. О, у нас есть район Аксай, да? Да, да, вот что-то автобус я видел, вообще кипу. Позже на автобус видел Аксай. Достаточно криминальный, да, район Алматы? Как минимум... Ну, раньше был. Раньше был. Криминальный, это Аксай, да, район? Видишь, у нас Дагестан, так не криминальный, конечно. Ну, крутой район. Я видел как-то тоже этот интересный пост у тебя в Инстаграме, там...
в Ютубе, что ли, в шорцах завирусился «Раха английский». Я прям помню, что ты прям всем написал, типа, ребят, я не английский, да, я английский. Да, ты везде в Ютубе английский встречаешь, если ты хайлат, ты понял, английский, английский. Там-то 80% английский, да. А так и люди, которые понял, не знают. Да, что, просто хотя, пишут, как... Хотят хайпа, понял, и пишут «Раха английский». Даже матчмейкер хардкора написал «Раха английский». Не, кому написал? Мне. Серьезно? Да. Походу, это новенький, да, хардкор работает? Походу, впереди работал, тебе впереди день написал. Ну, я вот своими впечатлениями, своими эмоциями поделюсь от общения с тобой. Мы с тобой вот впервые так именно плотно сидим. И себя так и связки поймали, да? Да, ну я, знаешь, мне кажется, это твоя фишка ловить связки, потому что такой улыбчивый, открытый парень. Человек добрый, сердце добрый. У меня не будет такого никогда. Хоть настроения нет у меня, но я не показываю, что у меня нет настроения. Вот это общее знакомство с бойцами у нас затянулось, да? Давайте перейдем непосредственно к вашему поединку, да? Вот Марсель, Раха, расскажите, пожалуйста, для нашего зрителя, почему он должен прийти 7 сентября на спортивный комплекс имени Балуншлага на турнир Номад Файтинг 10, чтобы посмотреть именно ваш поединок? Я думаю, вот, Марсель, пару комментариев своих скажешь, вот почему зрители должны прийти, что они увидят в этом поединке? Там увидит, брат, три раунда, мясо. Посмотрим. Суета, шумгава, прикинь, Раха английский, Марсель, это же, брат, история, прикинь, да, это целая история, прикинь. Да, два этот борцы. Такие бойцы будут смотреть на вас, прикинь, которые не смотрели на вас бойцы. Да. Эти бойцы уже будут на вас смотреть. Такое имя здесь еще не было. На Амаде, например, как Раха английский было, не было. Которые все бойцы, например, знают человека. Ну, по поводу громких имен у нас были парочку. Кто? Кто, например? Ну, Мурадбек Асанбай у нас выступал. Ну, его Казахстан, не знаю, ну, бойцы UFC, не знаю, такие люди. Если ты говоришь про именно общее по бойцам UFC, да, конечно, ты у нас уникальный опыт на самом деле. Такого не было, прикинь. Что, Дагестан будет на вас смотреть, Анды, я думаю, Россия, Таиланд, Дубай. Да, мы привезли, если не ошибаюсь, если мне не изменяет память, Тимур Мусаев, он из Дагестана же, да? Сам Дагестан, да. Махачкалы его. Да. Исат Андовский. Исат, да. Сосед, прикинь, сейчас мы узнали, что мы соседи, он сосед нас села. Я же говорю, поэтому дагестанская аудитория, мне кажется, будет вся наблюдать за этим турниром, потому что три топовых бойца у нас дерутся. Марсель, немножечко про кыргызскую аудиторию, давай тоже поговорим про кыргызстанскую аудиторию. Ты вот мне тоже до этого сказал, то, что вы гуляли по Иссык-Куле, очень много людей с тобой здороваются. Вот я сейчас смотрю и представляю вообще картину вообще звезд Кыргызстана, которые по спорту. Мне кажется, ты сейчас входишь в топ-5 своей страны, да, именно по популярности. То есть, если мы берем... Даже топ-3, брат. Даже топ-3, думаешь? Да. То есть, кто для тебя если... на первом месте стоит? Давай топ-5 ты назовешь спортсменов с Кыргызстана. Топ-5 я не хочу, брат. Хорошо, у нас очень много, брат. Угу. Я не знаю, я перебью тебя сейчас, Марсель, но у меня такое мнение сложилось, когда я рядом с ним был в Кыргызстане, находился, по-моему, он номер один. Думаешь, номер один? Да. Мое мнение, чисто мое мнение. Давайте сравним, ну, кто у меня первый гол, это вот Самат Кыргыз. Ну, я знаю, что история Самат Кыргыза, он, по-моему, в России, да, вырос, если не ошибаюсь. То есть он родился в Кыргызстане. А, вырос в России. Знаешь, да, брат, я там... Чистый хрил, чистый продукт чистый именно Кыргызстана, да, в таком фоне. Я думаю, поэтому у тебя достаточно такая большая аудитория, потому что каждый простой парень в Кыргызстане видит, грубо говоря, в тебе самого себя, да? Да, знаешь, это должно привлекать. Ну, да. В Кыргызстане очень много, почти все в Кыргызстане поддерживают. Я иногда читаю комментарии, все кыргызы пишут, вот, Марсель. Даже просто это, где выложит мой видео или что, там просмотр набирает и сразу комментарий кыргызский. Все отправят кыргызстанский флаг. Аудитория действительно мощная. Кстати, я видел ролик, когда вот этот, недавно ролик один вышел. Базар-Курган, это у вас считается криминальным районом, да? Да. Ты, получается, оттуда, прямо да? Прямо Базар-Курганский. Ты как живой остался? Ну, я же там нормально, брат, у меня место нормально там, Базар-Курган. Знаешь, это, и еще это, не только Кыргызстан, Казахстан очень много поддерживает. Я видел там пресс-конференцию Номаду, я зашел туда, все казахские этот, поддержка. Я когда был Саги, когда был этот Муратбеку, он мне что сказал? Я, не кстати, знаю, брат, ну, все Казахстане против Муратбеку писал. Я не знаю, а брат. Что было? Я вот, я помню, что этот момент не немного прощелкал. То есть, что у вас было с Муратбеком Асанбаем? Не знаю, брат, не помню бы. Я просто читал комментарии про почти 80%. Он мне тоже писал. Не, это когда... Да, когда... Да, не, Муратбек, это когда с ним пришел же. Это Анурбек тебе писал? Да, пишет Инстаграм, потом он сейчас говорит про Муратбека. Муратбек, это другой, да? это другой. Совершенно два раза человека. Да, насчет поддержки я бы немного хотел сказать бы, да, допустим, вот. Если брать Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, они реально топят за своих бойцов. Кыргызстан это уровень, да, таджики и Кыргызстан это жестко. И в комментариях топят. И у меня немного обидно за наших бойцов, потому что стоит им проиграть, и столько хейта идет в их сторону, видишь? А так,
это те люди, которые пашат. Киргизстан, да, да. Таджикистан, Киргизстан, это... Вот, ну. Я, знаешь, я бы даже здесь, наверное, такую чуть аналогию свел бы. В Кыргызстане действительно, по моему мнению, есть суперзвезды, опять же, по спорту, но вас действительно очень мало. То есть из-за того, что у вас малое количество, да, именно которые прорываются туда дальше. Я вот хорошо знаю Валентина Шевченко, да, представляет Кыргызстан с гордостью в UFC. Да. И вот в целом формате то, что из-за того, что у вас чуть поменьше, мне кажется, именно в большом спорте, да, поэтому у вас аудитория прям поддерживает, да, всех. Потому что я же говорю... Иногда бывает, ты просто заходишь в комментарии, там просто красные флаги Кыргызстана, да, да, в таком формате. В этом плане Казахстан, конечно, чуть-чуть отстает. У нас очень много спортсменов именитых. И... Ну, не поддерживать. Да, вот как Исамбек ранее сказал, у нас есть такое. То есть, когда ты побеждаешь, когда ты выигрываешь, все тебя поддерживают в таком среднем формате. Стоит тебе проиграть. Стоит тебе проигрывать, все, у нас здесь местный народ сам себя хавает. Я думаю, этот момент надо будет тоже учиться у братьев кыргызов, да, в этом формате, потому что вне зависимости от того, победил ты или проиграл, да, ты должен поддержать своего вот такие поддержка, брат. Если проиграешь, вот. У него подготовка не была или у него здоровье, вот так, если был бы, он выиграет. Угу. Ну, этот раз проиграл, в следующий раз выиграет. Вот, вот такие поддержки, брат. У нас такой негатив мало, брат. Все кыргызские, это поддержка чуть, очень... Чуть более объединенная, да, в этом плане, очень... в плане поддержки. Если этот, другой этот, Настя, поднимает кыргызский флаг, там тоже газует, брат, сразу начинает. Поддержка. Да, поддержка. Круто. Вот как думаешь, много кыргызов придут на стадион? Да, если здесь, ну, мне писал, ну, не знаю, будут, брат. Да, ну, очень ты, много я думаю, писал. Можешь обращение ну, мне, сделать. Знаешь, брат, очень много казахстанцев писал, брат. Буду, я буду, вот так, что вот там, так. Что там, 2 часа ехать сюда? Я и говорю, да, Бишкек очень рядом, я думаю. Сейчас соседник села едет, да? Есть такое. Я думаю, те зрители, которые, знаешь, не могут посмотреть твои бои, находясь ты в России, мне кажется, в Алмате вот этот турнир, он уникальная возможность, действительно. Поэтому, Марсель, я думаю, ты можешь сделать вон в ту камеру обращение для своей аудитории, которые давно хотели посмотреть твой поединок вживую, что у них есть возможность. Ассаламу алейкум, кыргызэлим. Мен постоянно ММА-дан ұршам, бірінші раундта бітіремін. Егер кулачкадан бой көргіңдер келсе, 7 сентябрь келгеле. На русском говорите, на своем. Ты же я только могу на английском сказать на камеру. Давай, скажи английский. Я думаю, да, кстати, да. Тоже можешь такое в таком формате сделать. Я бы послушал. О, вач один уколь. Перевод, пожалуйста. Мне кажется, здесь без перевода можно понять, что он здесь сразу ему сказал в таком формате. Ну, круто, круто, парни. Ну, в Казахстане очень этот много будет, брат. Я думаю. Киргизу? Нет, казахи, брат. А, ты думаешь, что именно казахи придут чисто ради тебя? Ну, на твой брат придут, но все меня поддержат, я думаю. Казахстан ждет, ждали же, раха-раха-раха-раха. Не, потому что я когда был драться, это против дрался, Анорбеков, ты видел поддержку? Если честно, мне в этот момент немного, немного, капец как обидно стало за нашего бойца, да, за нашего бойца. Не поддерживает, да? Да, он проиграл и... Прям вся публика я здесь, брат, люди, с тобой не согласился. Люди, брат, которые любят, хоть свой, не свой, это же надо любить тебя, брат. Я согласен это с этим моментом, но честно, я, знаешь, я могу объяснить, наверное, реакцию аудитории, почему она так реагировала, потому что даже в момент их поединка, ну, знаешь, здесь есть такой формат того, что если ты не уверен, да, в таком формате, не газуй до того. Да, то не газуй, слишком да. было много, брат, сказано, громких слов со стороны Анорбека, мне кажется... Просто даже до этого поединка ему говорили то, что, блин, в ММА тебе точно ловить нечего, тебе не стоит. А он, знаешь, как-то... Ну, брат, Анорбек знаешь, думал, что он по кулачке выйдет. Да, Анорбеку... А потом чек просто запрашивает их здесь от того, что у него и так он... Да не, я здесь поддерживаюсь политики того, что мы в любом случае говорим о целостности всей индустрии, да, для этого нужно по-любому двигаться. Это знаешь, здесь... Ну, знаешь, брат, Анорбек проиграл, ну, его хейт начал. И Муратбек выиграл, ему тоже хейт, брат, я видел это. Когда видел ты Инстаграм? Этот хардкоре дрался. А, против Брандао? Да. А почему хейт был? Я читал, и потом этот Муратбек сам обращение, видеообращение написал. Там, по-моему, был спорный момент того, что как он нокаутировал Брандао. Да, там была вроде бы разбита орбитальная кость, если я не ошибаюсь. Да, есть, да, вот да. Именно да. Вот эта ну, часть. Люди... А, люди думают, это специальный договорняк был. Вот так писал, очень много я видел. Но Брандао, мне кажется, не тот тип, который выходит на договорняк. Не, просто мне в моменте тоже показалось. Помнишь, я у тебя спросил? Да. Да. Я, я видел четкое попадание именно с левой бьющей руки Муратбека. Там, знаешь, даже такой звук, если на камере присмотреться. Люди всегда будут говорить, хоть как ты выиграл, хоть ты понял. Конечно, конечно. И здесь я тоже не до конца понял реакцию аудитории, да, возможно, там какие-то есть мнения, сомнения, да, в таком формате, но, блин, это наша земля, которая выиграла легенду UFC, подержи, да? Да, подержи, да, да. Конечно, в любом случае здесь... Да и Муратбек, мне кажется, знаешь, если брать общую ситуацию в данный момент, Муратбек самый популярный боец казахстанских единоборств. Самый да, в данную да. секунду, да, то есть я сейчас вот перебираю... А Магомед Кабардиев?
А, нет, я думаю, там медиа совершенно разного уровня. То есть Магомед Кабардиев уже сколько не выступает? Года два, наверное. Довольно давно. Год, наверное, около не, того. Я, здесь с тобой чуть не соглашусь, Нурлат, потому что мое мнение, самый популярный в Казахстане на данный момент это Шавкат Рахманов. Не, ну конечно, если мы говорим про Шавката Рахманова, я говорю больше про, знаешь, более такой местный уровень, те, кто дерутся в СНГ. Конечно, Шавкат это, ну, типа, мега уровень, но даже в формате того, что... Не, Шавкат и Магомед Кабардиев нравится, ты что, боишься? Мага Кабардиев у нас, кстати, сидел как-то на пресс-конференции, я помню, что он скептически относился к кулачным боям, по ПММА, то есть... Нет, дерется, понял. Очень нравится, но выступление у него вроде бы на нашем деле было с кем? Да, вот этим. Да, проиграл, да? Да, проиграл, я, кстати, удивился. Спорный момент был, Грозин был, я думал, он выиграл, Грозин, да. Да, Грозин был. Я думал, он выиграл, прикинь там. А, далее Грозин. Кстати, Магомед, он, по идее, родом из Дагестана, если я не ошибаюсь, да? Живет в Казахстане давно. Да, давно, он в Тобете тренируется. Да, я вот просто помню, прям, знаешь, скептическое отношение такое, чуть не с пренебрежением было отношение к нам, когда мы еще были... Ну, так скажем, на начале нашего пути, да, в таком формате. У вас совсем не получилось, да, система? Да, мы не пытались, на самом деле. То есть у нас как-то была такая конференция, где мы просто позвали бойцов Найзы, которые там присутствовали. Фаниль сюда. Рафиков у нас присутствовал. Вот Фаниль мне больше по душе, на самом деле, как человек. Как... Кто? Фаниль Рафиков есть такой у нас. Толстый, да? Не-не-не, он вот этого выиграл. Проиграл это. С Перцем сейчас должен драться скоро. Давай забудем вот это поражение на нашем деле, да, там Лерия Мирова. Он Хармета выиграл, да, этого? Таджика. Дрался на Fight Nights. Как чемпион на Fight Nights? Да, Нариман Абасов. Недавно его победил, да, получается, вот забрал пояс. И я думаю, возможно, когда-нибудь мы увидим и Фаниля Рафикова, да, на кулаках, потому что я знаю, что он мастер спорта по боксу, если не ошибаюсь. Он там по боксу дрался, наше дело. Наше дело, да. Не, ММА было. Тимур Барцов. Он мой братишка тоже. Да, я там был в этом бою. Да, спорный такой был, на самом деле. Но я никак не снижаю. Наверное, выиграл. Я даже уже не особо помню этот поединок, но если брать в целом, да. Да, бокс кулачка был, брат. Я помню, да. Но на нашем деле, к сожалению, у Фани Рафика не получилось четко. Там, да, там вот это колено, ровно, блин, да. Прям очень, попал, очень жестко было. Он Таймаматуре проиграл, да? Там? Да. Кому? Как азербайджанец, как им? Амиров, по-моему, этот, что-то такое. Казал этот? Ну, какой-то был, короче, там представитель Азербайджана. Был, да? Да, да, да. Я помню, что он именно с колена... Ну, я не назову его шальным, но для меня оно лично было неожиданно. Ну, то есть в таком формате это был такой тяжелый удар. Ну, сейчас Фани дерется против Перса. Да? То есть, да, персидский дагестанец, Мухаммад Хайбати, в Найзе он дерется. Я не знаю, насколько этот бой будет, не будет, я слышал гонорары. Ну, не точно, да, пока? Вроде бы подписали контракт, начали раскрутку, но все бывает. То есть, все раз, да. Конечно, конечно. То есть здесь в формате, я бы не назвал Перса нестабильным, но в любом формате сделать бой Перса в последнее время становится действительно тяжеловато, чутка в таком виде. Деньги решают. Ну да, согласен. Мухаммед тоже выходил к нам на связь. Мы вообще видели его в формате капитана одного из наших реалити. Но у нас реалити будет, да? Мы планировали как-то в прошлом году, но эту идею чуть-чуть в долгий ящик отложили, потому что мы хотим делать это действительно на уровне, профессионально. То есть у нас есть... Небольшая, так скажем, уникальная. Да? Кто вам партнер? Ну, видишь, ты уже человек с именем, то есть у тебя есть, а у нас будет реалити именно нацелен на новых ребят, просто с очень именитым. Не наберете, не наберете ничего. Возможно, возможно. Банкрот попадете здесь, потом пожалеете. Ну, я вам как говорю, Раха, смотри здесь. Как знаю, я вам говорю, как я знаю, банкрот попадете. Ну, надо же давать возможность тоже молодым, да, которые должны. Ну, вы банкрот, им да, хорошо, это молодым, но вы банкрот попадете, потом скажете. То есть здесь ты, я знаешь, понял твою параллель, то есть ты сравниваешь хайп реалити и HFC реалити, да, здесь? Не, вообще как старый волк, говорю, здесь. Да. Для вас, чтобы лучше было, поняли? Мы прислушаемся к этому, то есть я согласен с тобой, там вообще бабки уходят, на реалити вообще бабки уходят, но эти бабки же надо еще заработать. Конечно, конечно, их нужно оправдать в любом случае, то есть у нас спорт держится только на спонсорских интеграциях, поэтому это нужно будет продавать. Если странно, потом долго будет из себя прийти. А с тобой нормально, вывезем, да, сразу? Ну не, вообще говорю, как ставил к вам жест, чтобы вы знали. Будем знать. Это вы сами решаете. Понял, типа хайповых людей, понял? Да, конечно. Кстати, а кто ты по профессии? Ну, я по профессии... Экономист? Юрист? Бизнесмен. С детства сразу. Я закончил МЧС, колледж МЧС, спасатель. Потом учился в меде, до открытого курса. Там спортом не то было, понял? Там спорт и мед не то. Потом перевез МЧС, там, короче, нормально сделали. Закончил МЧС. Кстати, у меня вот был вопрос к тебе, Исламбек, как матчмейкер. Знаешь, я сейчас задам вопрос нашего общего зрителя. Как раз вы с Марселем можете вместе ответить. Один из самых таких больших комментариев не только от зрителей, но и от наших бойцов. Почему Марселю всегда везут проходные бои? Я сейчас не говорю не ну, про да, тебя. Ну да, ты правильно говорил этот вопрос. Мне самому интересно, вас что вы? Не про тебя. Вы два рады брать или что? Давай, я на Исыкуле кайфую. Сейчас там вместе кайфуют, вместе живут. Давай, я отвечаю.
сначала. Да, ну, да, у меня же первый бой против Фара. Да. Он же непроходной, брат. Нет, согласен. Ну, насчет второго боя. Еще второй бой у меня был Эркебулан Тухтар. Угу. Ну, когда 4. Нет, чуть больше времени. Чуть больше, да, деле, чуть больше, да. Оставалось, да, Эркебулан, да? Тухтар снялся и... Ну как снялся, я водил с ним переговоры, они не были вообще в принципе в форме, то есть Эркебулан именно по весу. У него были тогда съемки, он прям не, был... Не, я этот момент весь согласился. Самбек мне звонил, он весь не может гонять, я ему сказал, пускай. То есть Тухтаром у тебя, да, 75 сказал, по весовой категории. Да, 75 сказал, я сказал, пускай 75. И здесь я хочу добавить, Тухтар довольно непроходной боец. Он сейчас в отличной, да, форме. Тухтар и... непроходной, брат. Mm-hmm. Я же не кулачник, я ММАшник. Так что, улажас бангздар. Да. Что-то не тот. Все нормально. Не-не-не-не-не. Все нормально. Ну, если мы в Номаде всегда за справедливый спорт. Мы любим, да. Это я заметил, даже, да. Даже можешь по карду посмотреть, начиная от первого боя, заканчивая с главным боем, все бои конкурентные. Не, Номад молодцы, на высшем уровне все встречают бойцов, все красиво, туда все молодцы, здесь Номад. Ты еще сейчас увидишь у нас поединки, которые будут даже в прелимах, да, в таком формате. Я думаю, мы можем сделать небольшой такой, знаешь, разбор карда. Но я не знаю, насколько вы знакомы, давайте с самых громких именно начнем, и там дальше уже по снижению пойдем вниз. Ага. Я бы чуть-чуть ваше мнение спросил, здесь сделаем такую небольшую интеграцию от нашего генерального партнера Alimbet, да, вы можете зарядить на своего фаворита в приложении Alimbet, и можете, так скажем, здесь я шаза вырезаю вот этот момент, да, короче. Окей, давайте просто перейдем к моменту карда, то есть что, ваше мнение, мне просто самому интересно по главному бою, то есть главный бой Тимерлан Шашибай против Харуна Базиева, то есть давай, Марсель, с тебя начнем, я думаю, он же снялся. Да, кстати, брат, снялся, да. Я же забыл совсем. Но сейчас мы ищем замену для Харуна. Я думаю, в скором времени мы сделаем этот большой анонс. Давайте тогда разберем бой. Давай тогда начнем, типа, помним, типа, мы не знаем, что такое. А, что, я и говорю, я в моменте так и делал, по идее. Чтобы люди, типа, поняли. Давайте, да, потому что мы, возможно, чуть позже это сделаем. Давайте разберем первую пару, самый главный бой, да, это, получается, Харун Базиев против чемпиона нашей лиги Тимерлан Шашибай. Я думаю, Марсель, ты первым начнешь, потому что ты и того бойца, в принципе, уже неплохо знаешь. Этот... Чемпион, не знаю, не очень. Знаешь, да. Ты ну, видел? Харун Базиев знаю. Нет, чемпион это, который Ширзода на арене вырубил. Да, да, да. В финале гран-при. Ну, 50 на 50, правда, этот. 50 на 50 ты отдал бы, да? 50 на 50, да. За счет чего ты отдал бы 50% Харуну? Харун, ну, он тоже опытный, брат. Ну, он же везде дрался. Ну, 50 на 50, брат. То есть ну, ты... это только Номад дрался, да? Другой он, день. Да, провел у нас 5 поединков в Номаде, получается. У него рекорд... 5-1, 4-1, да, у Тимерлана? 5-1 у него рекорд, 5-1. Да. Ну, последний Харун бой Базиев. Он победил панду Андрея Мешкова на кулаках. Вот это, да, Сандрица? Да, да, вот он против него. И Тимерлан Шашибай хорошо запомнился нашей аудитории громким нокаутом в финале гран-при. То есть я немного тебе про него расскажу. Это боец, который выходил на тот момент андердогом. У него даже кличка андердог. То есть он всегда выходит на бои в позиции того, кто, скорее всего, по мнению аналитиков, проиграет. Но при этом он уже идет на серии из 5 побед подряд. Боксер, да, сам? Да, сам. Ну, КМС по боксу, да, такой универсальный боец, очень хорош на руках. Молодой, заряженный парень, ему 23 буквально недавно исполнилось. 23 года. Да, 23. Он в 21 дебютировал на Номаде. Он первый бой вышел на уведомлении за 2 дня. То есть у нас снялся боец, и Тимерлан просто вернулся. Я тогда помню, что он вообще даже не тренировался. По-моему, неделю что ли тренировался в зале, и он выскочил на замену, провел достаточно очень хороший бой, но решением судьи уступил. Потом у нас была небольшая проблема в гран-при, то что у нас было не 32 участника, а 28, и нам нужно было добавить двух участников. И мы выбрали Таукенова Дархана на тот момент, и вот как раз и Тимерлан Шашибай. То есть, грубо говоря, он с гран-при вылетел в первом круге близким решением, ага. Но потом залетел обратно и выиграл это гран-при. То есть ты понял, да, эту историю? Проиграл, сняли, хапанул. Да, но там было в формате не того, что мы его просто запихнули. То есть у нас был спектр бойцов, да, которых мы хотели выбрать, и Тимерлан был одним из достойных, которые хорошо себя показали. Учитывая все факторы, что у него было 2 дня на подготовку, то есть он до этого 3 года вообще спортом не занимался. 2 дня буквально на подготовку у него было, он вышел и показал зрелищный хороший бой на голых кулаках в тот момент. И потом его история закончилась тем, что он просто нокаутирует фаворита Ширзода Абджапара по прозвищу. Убрал, короче. Да, это было в первом раунде. Знаешь, это был какой был момент? Это, получается, уже арена наполнилась. Это финал гран-при, там за 5 миллионов тенге. 32 участника было, и вот они вдвоем оказались на арене. И на тот момент я помню, что ставки были в сторону Ширзода. Коэффициент был 3 на Тимерлана, и 1.3 был в пользу его оппонента. И он просто выключает ему свет наглухо. Это был самый, по-моему, глухой нокаут, да, на номер 5. Жесткий нокаут. Жесткий, да. Это было сильно. То есть там было с перестановкой стойки, и с левой руки, не бьющей руки, он, по идее, зарядил и просто в челюсть вырубил своего оппонента.
И вот с этого момента Тимирлан Шашубай запомнила вся аудитория Намада, потому что это был один из самых громких нокаутов вообще, в принципе, в единоборствах Казахстана. Да, я видел этот бой, брат. Он разлетелся везде абсолютно, то есть там был действительно такой страшный кадр, да. Но Тимир тогда сделал свою работу на утро. И вот после этого он провел бой, у него должен был быть бой против Никархо. Но, к сожалению, Никархо, в этот момент у него вот этот скандал с арестом и так далее, он не смог приехать в Казахстан. То есть у нас и прогрузка боя была, но потом в моменте, когда он должен был приехать, его, да, не получилось. И вот сейчас он после этого провел бой против Андрея Пандемишкова. Такой достаточно шумный бой, потому что зрители говорят, что Намад Файтинг заслуживает бойцов, там опять в Казахстане заслуживает. Я вот просто сделаю небольшое обращение, да, я вот часто вижу, да, в комментариях, как люди пишут. Честно, при всем уважении, если бы у нас было бы влияние на судей, многие решения, которые выводились на Намад Файтинг, они были бы совершенно другие. То есть, я если думаю, вы, здесь... как вы хотели, конечно, да, конечно. Да, то есть, да. Если, здесь даже если посмотреть по логике, есть моменты, когда даже если вот так, знаешь, копнуть глубже, нам было бы выгоднее так, но там было другое совершенно наоборот, решение. Получается. Конечно, 100%. Здесь мы с Мухаммеджаном сразу выбрали позицию, что мы не лезем в судейский состав. То есть, я не знаю, как дела обстоят в других лигах, да, но мы здесь полностью доверяемся судьям. И, к сожалению, наш вид спорта не подразумевает апелляционные моменты, потому что мы только заражаемся здесь в Казахстане, кулачные бои, все в таком формате, ММА в стойке. Поэтому здесь все оставляется на судей, просто я не до конца понимаю иногда мнение людей, да, логику людей, которые пишут, вот, Мухаммеджан такой, Нурдалат такой, вы там засудили этого, вытащили того. Типа, ребят, если бы я мог решать, кто там мог, кто выигрывает, кто проигрывает, да, там были бы зачастую другие, да, другие моменты. Но при этом я хочу открыто сказать, что мы не имеем никакого абсолютного влияния, и даже если бы мы имели, да, это все было бы в другом формате. И поэтому обращение к вам, дорогие зрители, это, знаешь, это как в UFC. Дана Уайт иногда сам открыто, да, грубо говоря, дает свое мнение по поводу судейства, да, и он часто с ним не согласен, какие только он фразы там в сторону атлетической комиссии не кидает, да, здесь надо понимать зрителю то, что не Дана Уайт принимает решение. Выиграет. Сами судьи. Конечно, есть квалифицированные судьи, которые выбирают победителя по исходу поединка, поэтому надеюсь, для тебя, дорогой зритель, который пишет вот эти комментарии, это для тебя будет такая маленькая вставочка, чтобы ты понял, что мы не имеем какой-либо власти и мы не принимаем решение, то есть даже, знаешь, это был хороший пример на бое Жуман Жумабека против Айдоса Жапабергенова, да? Да, 100%. Я не до конца понял аудиторию, которая нам писала, вот вы, ты Жумана по-любому знаешь, да? У нас есть чемпион лиги в 61 килограмм, это просто, на самом деле, самородок легенда нашей лиги. Это, ну, Жуман легенда, я сейчас говорю про его оппонента, да. Молодой парень, Айдос Жапабергенов. Жумазапе сдался Жуманом. Да, 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 ты наверняка видел этот бой, он был в золотистых шортах, это просто уникум. Айдос Жапабергенов это на самом деле уникум, он ну, такой негласный был до момента поражения, паунд фо паунд королем нашей лиги, да, потому что он провел 5 поединков, и у Айдоса Жапабергенова ни разу не было не мастера спорта. Вот, то есть да. У него всегда с первого оппонента, у него либо мастер спорта по боксу, либо мастер спорта по ММА, универсальному бою. Он все бои выиграл, да? Все бои выиграл, и знаешь, я тебе вот советую тоже взглянуть бои Айдоса, это амбассадор, не знаю, кулачных боев в Казахстане, наверное. Потому что этот парень, его техника, его напор, его стиль ведения, это... Другой вид. Блин, если я говорю, это вот матчмейкеры, я вам всем советую, можете посмотреть, но Айдос мы никуда не отпустим, это действительно наш... Он на контракте. Да, на контракте. Да. И Айдос, в принципе, к нам хорошо относится, к нему часто выходили там разные некие персонажи, их так назовем, да, которые говорили, да, пойдем к нам в лигу, да, и Айдос всегда очень уверенно говорил, что, ребята, я с Намадом двигаюсь, я все через них делаю, то есть мы Айдос тебя очень сильно любим, уважаем. И в формате того, что у них был шикарный бой против Жумана Жумбекова. Жуман Жумбеков, ты наверняка знаешь, это тоже легенда нашей индустрии в целом. Да, Жуман уже это отдельный бренд-нейм, который хорошо закрепился. Даже когда он завершит карьеру, он также будет максимально популярен и активен в просторах общества. У него был шикарный бой. Лично, по моему мнению, я вот нигде не высказывался, да, я насчитал там ничью. Я вот не знаю. Я увидел там ничью, потому что... Да, мое мнение. Я объясню, почему я увидел ничью. Второй, третий и четвертый раунд, да, безусловно, я бы таким близким решением отдал бы Жуману Жумбекову. То есть, если даже брать счет, это 10-9 в трех раундах. Пятый раунд забрал Айдос, 10-9. И вот просто первый раунд, он должен быть считаться 10-8. Потому что был четкий нокдаун. Да. Было два спорных момента. Получается, один был нокдаун неотчитанный, второй нокдаун... Первый, второй Айдос забрал, да? Я вот именно по раунду не помню, я помню, первый, что... Первый забрал Айдос, да. Второй забрал Джуман. Третий забрал Жумал, четвертый тоже Жумал забрал. Пятый раунд забрал обратно Айдос. То есть 10-9. Но в первом раунде я насчитал счет 10-8, потому что был четкий нокдаун, который рефери отчитал.
Я не до конца понял момента, потому что даже если посмотреть по реакции Жумана, он тоже в моменте думал, что даже если не ничья, то выиграл Айдос. Там это прям было видно. Чемпионский бой, ну, судьям тоже конечно, это конечно, суетарь, конечно. Чемпионский бой, надо же кому-то пояс. Я, если честно, этот бой смотрел в продюсерской будке, потому что я вот этот накал, это вот для меня это был самый ожидаемый бой, наверное, на матфайтинге, потому что Жуман у нас шел на серии из трех побед. У него тоже три бойца против Жумана Жумбека, это три мастера спорта по боксу. Wow. То есть в таком формате. И четвертый — это доминирующий чемпион нашей лиги. И Жуман Жумабеков — это действительно, как у нас говорил ринг-анонсер, кастыр минезы. Вот это, да. Знаешь, есть... Волчий характер. Волчий характер. У него действительно такой. То есть Жуман Жумабеков никогда не выбирает оппонентов. И как бы, каких бы сильных мы ребят ему не представили, даже если они без медийки, он их всегда принимал. То есть все его бойцы... Здесь нужен реванш. Да, я думаю, аудитория требует этот реванш. И mm-hmm. Жуман Жумабеков уже открыто сказал, что он готов его дать. То есть я думаю, в скором времени на каком-либо... Турнире. Да, турнире мы это сделаем. Я думаю, что это даже, возможно, знаешь, уровень мейн-эвента, потому что Айдос после этого боя взлетел. То есть там не было проигравших на самом деле. То есть и Жуман доказал то, что... Он действительно конкурентоспособен даже в свои 34 года на кулаках, ну потому что Жуман — это эталон дисциплины на самом деле. Поэтому здесь я вот повторюсь, да, я извиняюсь, в смысле сбился, обоих бойцов хвалил в формате того, что нам писали то, что мы засудили Айдоса, не вытаскивали Айдоса. Честно, мы очень сильно любим. Да, люди будут говорить, я, да. Я это, и говорю это вот про понятно, это. Да. Это все понятно. Да, мне Нурлат постоянно говорит, не обращай внимания. Чуть поближе. Говори. Да, сейчас, блядь. Так хорошо начинал, сейчас обратно. Начинал, давай. Да, да, насчет комментариев мне Нурлат всегда говорит, типа, ты что, вникаешься в них, типа, есть, чуть расслабься, сильно сердце не принимай. Ну, блядь, сори, ну не получается, да, вот. Отвечаю, хочется зайти прочитать. Да, нет, читаешь, короче, бывает хейт, короче, в сторону матчмейкинга, да. Допустим, вот, когда бой был Харуна, с Ханышем. Mm-hmm. Ханыш, он 6-1 да, у нас в лиге. Он не проходной боец. Вообще не проходной боец. Лиги. Да. Бывший просто так получилось, да? Ну, в жизни всякое бывает. Попал, пропустил, да, но зачем его так писать на турец? Сори, короче. Да эмоции, короче. Ислам Шиханов, короче. Что-то слишком много слов идет у меня. Зачем так? Согласен. Ладно, парни, мы, думаю, нужно будет потихоньку уже закругляться в таком формате. Я думаю, крайнее обращение к друг другу, вот что нам ожидать Раха в этом противостоянии. Мы поняли, что ты готов на зарубу три раунда, но есть ли что-то более конкретное, чем ты готов удивить? Ну, сегодня на подкасте ты на себя не похож. Всегда газуешь. Я сидишь, газ держишь. Я не знаю, сейчас что-то... Газ. Походу, ты ментально просел, что ли, я не знаю. Почему вот сейчас ты сидишь и спокойно как-то... Смотри, не можешь раскрыться. На ура газ не будет. Люди потом скажут, газ, то, чтобы такое не было. Естественно. У нас свой газ, короче, понял? На игру, на камеру мы не играем, Исламбей, как другие играют. Нет, я... У нас если газ будет, у нас и есть газ. Нет, я понял, просто когда смотрел твои, ну, ага. Видео с твоим участием, да, мне казалось что-то... совсем, подождем по-другому, такой дерзкий. Не, я прям. Всегда дерзкий, Исламбей. Я не знаю, по-моему, ты сейчас чуть-чуть это, да, горишь, по-моему. Я тебе отвечаю, наша теория была правильная, он, смотри, тянет Марселя обратно. Нет, я не тяну Марселя. Исламбей. Здесь что-то не то здесь сейчас. Он твой дворец, брат, или кто вообще? Люди не знают этого. Скажи, Люда, кто он тебе? Нет, я просто... Тебе кто смотри, Исламбек? Смотри. Он шифруется или что? Нет. Ты сейчас киргиз, нет? Нет, я с казахстан, я коренной казах. Ну, сам киргиз. Я коренной алматинец, нет, я казах. Ну, у тебя жена с киргизи. Нет, казахстан. Сестра моя дворец, не знаю. Нет. Что-то не та тут. Нет, все нормально. Не, просто знаешь, почему говорю? Я свое мнение говорю, да? Ты ожидал, в общем, другую реакцию от Рая. Вообще другую ожидал. Слава, смотри, ты не понял. Газ будет газ. Лучше этого, у тебя не будет подкаста, лучше этого подкаста. Я не знаю, людям будет, смотри, например, никогда там не матерился, но людям я интересен, видишь? Конечно. Потом же у меня свой газ, Ислам. Понял, брат, систему? Систему понял? Хочешь запомнить, какие просмотры другие, и вот эти просмотры, какие будут запомнить. В общем, ты уверен, да, что подкаст, который... Ну, все удивления, где я участвую, например, мало просмотров нету. Ты видел хардкоры, там, хайпы, там, реалити видел? Моя участь, понял, на выход выхожу я там. В общем, аудитория тебя... Первый, там, кто шоухал, и на обишке, а второй я, прикинь? Просмотры, лайки, майки, вот эти моменты. Я видел. Смотри, я извиняюсь, что перебиваю тебя, да, по духовному состоянию, да, допустим. Ты нормально вот сейчас себя чувствуешь, да?
Дух у меня вагон. Допустим, сейчас Марсель сидит рядом с тобой, да? Ты нормально себя чувствуешь? Дух у меня вагон. Вагон духу, да? Вот такого духа у меня давно не бывало здесь. Марсель, ты что скажешь? Не, я же уверен. Я не знаю почему, ты тоже сидишь, молчишь, я же прям... Нету вот этой искры, которую я действительно ожидал от вас, да? Нету вот этой искры, пацаны. Ислам, ты же молчал, Ислам, ты целый час молчал. Все, я раскрылся. Сейчас заговорил, Ислам. Я раскрылся, я вот сидел. Последний этот, да? Еще пять подкастов, у тебя еще пять подкастов. Я сидел. Я наблюдал, анализировал. Ислам, силы береги, тебя пять подкастов еще. Я не знаю, Раха, искры нету что-то у вас. Искры нету. Ислам загорелся. Раха андийский горит что-то. Конечно, горит, гам! Я думаю, я чуть-чуть в таком спокойном темпе переведу, что он хочет донести. Он, как матчмейкер, переживает, не будет ли в вашем противостоянии за то, что у вас нет эмоций, знаешь, такие более бойцовские друг друга. Эмоции, бывают здесь эмоции. Понял ты систему, брат? Вот так людям нравится. Ой, ты не, просто видишь, Раха, я к чему это сейчас эту тему поднял? Он говорит, я его, ну, типа, в первом раунде, да, закончил все с тобой, да? А ты сидишь... Ну ладно, ну, типа. Он это на своем сказал, я же не понял это. Киргизский язык. Вот, вот я тебя сейчас перевожу. Он говорит, что в первом раунде все, ассалам алейкум. Ну люди-то будут говорить ислам. Ну там же клетка, брат. Ну люди будут говорить. Вот, почему ты в моменте вот ну, это есть, вот брат. Смотри, застал это мелочь. Понял, это игрушки застал это говорить. Не, не сказать игрушки. Клетки будут суета, мужики клетки решают. Это игры-мигры для таких, понял, ислам. Нет. Ты здесь меня чуть не понял, да? Ислам, ты сейчас борщишь. Остановись, какой борщишь. Марсель, твое мнение, что скажешь? Вот, по поводу... Вот... Ты тоже говоришь, что всегда заряжен, уходишь на поединки, но здесь, мне кажется... Не, знаешь, я всегда заряжен, просто он вот так смеется, я как ему газовать? Он же, понял, не, вас... знаешь, если мне газуют, я не оставлю, конечно, ну, конечно. Я думаю, у меня всегда был суета, брат, у меня же вся лига был бы, всегда суета, ну он же... Я не ему знаю, жалко, он... брат, смотри у него лицо. Такое бодрое, да? Да, всегда смеется, и как можно газовать? Самое, все бои такие добрые, брат, не видишь, что да, душа добрая, не знаю, у меня душа добрая, брат, понял, да. Я не могу людей насчет обижать. Насчет этого, вообще со мной, ты чисто, вот, у нас такое отношение сложилось, очень такое братское, да, я же... честно, и еще раз повторюсь, я очень благодарен тебе, я очень рад, что я познакомился с тобой, с таким человеком, как ты, да, ты очень добрый, очень хороший, отзывчивый человек, даже мы когда вчера в аэропорту тебя встретили, мы, ну, чисто по видеозвонку, там, по телефону общались, ну, мы увиделись и прям как будто 100 лет друг друга есть знаем. Такого, знаешь, с тобой... Все так со мной, все так вот видишь, говорю, сам, человек тобой... такой, брат, душу. Я не могу на людей газовать просто так. Он не дал повода на него газовать. Он дал повода. Не дал он, брат. Он дал повода. Он... Хиди да отставить. Не, подожди. Менеджер. Не, он дал повода. Вы брат или что? Не, подожди. Исламбей, ты со мной дружишь с его брат или что? Или ты шифруешься сейчас? Нет, я честно скажу, вот... Когда у меня спрашивают, да, кто-то подходит ко мне и скажет, Ислам, ты как думаешь, кто выиграет? Я на этот вопрос отвечаю. И не даю Марсель ответа. Марсель не выиграет. В эту сторону ты так отвечаешь. Нет, вот смотри. Показал, когда ты это сказал. Когда вот у меня спрашивают, я говорю, я не знаю, кто выиграет. Действительно. Исламик. Давай я. Остановись. Да, нет, просто дай ответ. Почему вот этот момент ты он пропустил? Он же то, что тебе брат объяснил. Он же говорит то, что здесь, в принципе, такой реакции нету, да, именно газовать в эту сторону. И я моментами тебя тоже, то есть, понимаю. И Марсель тоже, я говорю, здесь... Я не смог прогазовать. Такая... Вот такие человек. Я не смог прогазовать. Смотри, Ислам, люди меня такого любят, брат. Весь мир жест меня такого знает, Ислам. Да. Я не буду сейчас такого вас блюд сказать, ой, Рах, ты такой был, что ли? Значит, я думаю, такой был. Просто видел, если взять меня, не газовал. Не как матчмейкера, да? Я не как матчмейкера взять, да? Не газовал же, брат, как зрителя взять, да, допустим, я же. Когда все на уважении происходит, да? Это люди так думают. Ну, нет, ты не понял, Ислам, Ислам. Меня люди такие любят. Прикинь, вот если я хоть такой, вот так, ну, все меня знают. Прикинь, вот сами популярные я. Вот почему, Ислам? Вот другие потому что ты рахандийский. Видишь, потому что люди меня любят таким, что любят сердцем. Я никогда не газовал ни на одного соперника. Я вот тоже, вот что Марсель тоже сказал, я с ним согласен, он не газовал, что никогда в жизни, Ислам, я помню, такой человек, и люди меня так знают, что я такой человек, брат. Наверное, какой-то у него было особое... Почему? Марселю стычка была, если я мне... Не Марсель, не Марсель, про Рашида говорим. Про Рашида говорим, да. Человек такой, брат. Если мне газуют, я не оставлю просто так. Не, почему на хардкорской конференции я смотрел?
никогда не сказал нам. Ты газ держал тогда? Не, я общаюсь такой, как с Марселем, так с ними тоже общаюсь. Ну да, Такой ничего не было в душе. Ты жестче общался. Не, он такой интересный, вот так, он. Харизма у меня такой. Согласен. Так интересный. Я хотел до этого фразу добавить, вот Исламбек даже говорил с первой встречи, да? Как у меня харизма нет? С тобой, когда разговариваешь, с тобой как будто, знаешь, 10 лет уже дружим. То есть очень легко. Мне кажется, именно поэтому аудитория цепанула. Вот так и любят люди. Люди меня вот так любят, Исламбек. Эти люди, которые даже не любят таких людей, там просмотр даже не бывает. Да. Люди уже привыкли, люди думают, это игрушки. Да. А кто так общается, вы понял? И четко общаются, люди случае, любят таких. Конечно. Сам, чтобы ты знал. И на Номад Файтинге, на самом деле, вот, знаешь, часто нам тоже люди пишут там. Ну, не часто, я пару раз видел комментарий, типа, что за наигранный конфликт. Да, вот это понял. У нас совершенно другая атмосфера. То есть, когда конфликт есть, он действительно виден. Люди, да, должны знать, вот а может что такое. Вот у него саги. Тема. Вот у вас саги, я действительно вижу вот эту пару как неприязнь, личная неприязнь, я это вижу, и вы можете ее, в принципе, выяснить на именно спортивной арене. Ну, мы, в принципе, по саге услышали этот момент, но я к тому, что, да, вот именно мнение Исламбека, то есть он хочет именно разогревать такие бои, но когда они выходят, естественно, в формате, вот это действительно интересно. Люди, чтобы знали, нам это уверен, надо уверенно, потому что эти здесь люди подумают, эй, что за намат, бля, скажешь потом. Нет, намат. Я многим отказывался, но я приехал сюда, брат. Потому что намат, понял, это поднять имя намат. В глазах дагестанских болельщиков. Я вижу, где попал Нидирус. Я в больших лигах, где попал Нидирус. Баркала, брат, Баркала. Каждым лигам у меня есть предложение, но мне не интересный. Спасибо еще раз, Раха, что ты принял и приехал поднять намат по твоим фразам. Я извиняюсь, Нурлан, я тебя перебил. Просто мне интересно твое мнение по поводу боя Марселя и... Рахи, ну, английского. Я вот только что открыл, да, на сайт нашего генерального партнера. Давайте я сначала озвучу, что думают эксперты в сфере аналитики. Да? Коэффициент на Марселе Нурламеколы я сейчас прям вижу 1.2. Потому что он с ним, да, давно с ними. Непобежденный рекорд, да. Уже часто выступал. Ну, Олимпиады, знаете, брат, всегда мне дадут, брат, Олимпиады. Даже я чемпионский бой поставил, этот момент тоже мне дал. Чемпионский бой против кого? Этот... На хардкоре когда был? А, это... вас тогда вывели в линию, но вы тогда не подрались, да? Да, не дрались, то ну, мне дали. Ты вышел этот... против чемпиона лиги, и да, коэффициент на тебя был ниже. Да. А, ну... ну больше, да. Не один, а наоборот. Не, чем ниже, да, значит, он лучше. Мне 1.5 дал, по-моему. 1.5. Мой соперник, да, 2.3 или 2.4 дали. А, то есть вот даже в формате, когда ты выходишь против чемпионов лиги, да, идет коэффициент... Ты говоришь, олимпиад, ты знаешь, брат, какой спортсмен я. Ну да, действительно, либо это одна из... Они же меня еще не знают, понял. Не было же такого, что да. Ты меня не знаешь. Не, почему? А, Раха, ты же Раха английского еще не было. Да, на мате же не было меня. Да. Ну, на хардкоре, не знаю, выводили или нет, но ты правильно сказал то, что действительно всегда я вот вижу коэффициенты в Марселе, они выше 1.4 не поднимаются. Я вот сколько наблюдаю, анализирую, да, в таком формате. Ты же Олимпиады. Она, походу, их так замарснула, по-моему, так выходит. Олимпиады, знаете. Ну, вот, даже откинем вот эти все моменты морали и так далее, да, вот как ты думаешь? 5 коэффициент, он действительно оправдан в твою сторону. Да, это что мелочь, это там компьютер решает, там что, кто вообще? Олимпиады, кто вообще? Я могу зарядить на тебя? Хату можешь ставить. Я хочу тебя... Ну, не ставь, походу. Понял, я что могу, я же не знаю, что получится. Хату можно ставить, ну, осторожно, потом без хата остается. Это же ринг, брат, там много чего может произойти. У нас кулаки, то есть как бы нас там тоже не оскорбляли, у вас не кулачки и так далее, у нас... Да. ММА в стойке, то есть формат идет тот же самый, но чуть более... Да, вообще другой этот кулачка, да. Но при этом... Я не знаю, блин, к сожалению, вы оба не выступали на голых кулаках, да? Я слышал мнение такое, что наоборот, в перчатках бьют сильнее. То есть есть такое мнение, что на голых кулаках... Кулачка не дрался вообще ни разу. Да, я вот помню. А были предложения какие-то? Да, были. Против кого? Хардкоры. Против кого? Перед боем против Ануару предлагал Сочи. О, ничего себе. Да, кулачка Сочи. О, на стадионе получается, да, на кулаках? Да, стадионный. И твоя реакция? Согласился? Да, конечно. То есть, в принципе, на голых кулаках ты тоже без проблем готов выйти? Да. Блин, мне это было бы жестко. На самом деле, я бы взглянул на такой поединок. Да, на кулачка чисто. А, ну, в общем, Раха, окей, мы услышали, ты выходишь против оппонента, который всегда выходит в формате фаворита. Я думаю, ты можешь сделать обращение для нашего зрителя, чем ты удивишь 7 сентября на арене Баланшалах. И думаю, на этом уже закончим. Ну, удивляет, что тут уже имя Раха Андийский в деле. Что тут удивляет так? Все удивлены, что я намады Раха Андийский. Все в шоке. Ты же видел эти звонки? А прикинь, я никогда там не принимал, понял? Вот намады я не смог отказать исламу, потому что с ним у меня хорошие отношения. Братские. Очень приятно. Я тебе говорю, здесь ходи. Начал говорить, мне говорили, Раха, не иди там, другие же большие лиги. Я говорю, нет, я исламу говорю, нормально будет, слово дал исламу. Сказал, сделал, действительно. Да, прилетел. Исламу, да. Чисто уважение. Ходи. Ладно, давай. Мы ценим тебя, Раха. Ходи мелочи, но я прилетел исламу.
Ну, я здесь тоже небольшое вставление сделаю для бойцов, с которыми мы переговариваем из российских лиг. Да, ребят, поймите одну простую вещь, то, что вы приезжаете в Казахстан, у нас здесь нет такой, знаешь, большой, как сказать, ну, в России 160 миллионов человек, если не ошибаюсь, живут. В Казахстане, брат, 20 миллионов человек живут. Нормально, 20 миллионов — это уровень. Совершенно другие бюджеты здесь находятся, то есть совершенно другой охват, и в этом формате нужно тоже иногда бойцам понимать то, что некоторые бойцы, наоборот, знаешь, не идут на встречу, а наоборот, там, X3 от своего гонорара в России говорят. Они думают, что мы не общаемся с матчмейкерами хардкор, не общаемся с матчмейкерами хайп-файтинга, да, RCC и так далее. То есть они думают, что, а, я сейчас скажу, я, блядь, 3 миллиона получаю рублей. И мы такие, а, да, все, 3 миллиона, давай 3 миллиона. Но сейчас позиция совершенно другая. Здесь мы ориентируемся от бюджета. То есть, в любом случае, что нам выдает наш генеральный партнер, там дальше мы уже распределяем. Но в формате того, что ты принял, я думаю, для тебя это тоже, потому что кыргызская аудитория хоть и... Нет, смотри, вот... я же участник реалити хайп, это уровень. Я это принял, у меня другая сумма, другая у меня. Да, да, конечно, я понимаю. Участник хайп реалити, уже там эти люди. Я принял исламу как брату, понял? Круто. А, думаю, вы, короче, здесь теперь знаете, как надо с раха индийский заходить. Да. То есть по-братски заходишь, и потом только он погнал. Нет, по-братски я никого больше не принимаю. Я исламу так, чтобы понял с ним. Единственный как в виде эксклюзива. Но я думаю, для тебя это тоже интересно было, потому что против тебя не ноунейм какой-то, да? Сейчас, да, все равно, но кулачки, я первый раз дерусь за кулачки из Кентуса. Никогда не заспал, даже не знал, для Марселя, да, потому что у Рахи действительно хорошее имя. Хорошая аудитория, я думаю. Да, ну, у него тоже это имя есть, у меня тоже. Ну, интересный, брат, друг друга интересный. Ходи, ну, всем боевым, прикинь, а у меня первый бой с Кентуса, понял, мне с тобой интересно. Представляешь, какой объем хайпа ты заберешь, если ты сможешь победить Марселя. Прикинь, мне таких давали слабых, понял. Кенцо, я не принимал, ходу слабо давали мне, я не принимал, мне неинтересно было. Понял, я говорю, не, я только ММА буду драться, мне это неинтересно. Ну так, если там мне говорил, принял, хочет, ну, хочет. Я хотел бы добавить, Раха был готов выйти против Джумана Джумабекова. Ох, ничего себе. Да. Я с ним должен был драться. Джуманом Джумабековым? Да, я вам просто в моменте позвонил, он говорит, полный газ. Ну, при всем уважении, брат, я думаю, ты, наверное, не так хорошо знал тогда Джумана. Я Джумана, я лично с ним знал, давно я его знаю, ММА. Я боюсь, и ты реально был готов выйти против него? Я тебе сказал? Да, 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 это действительно правда. Ну, Жемике, вот, смотрите, молодые парни готовы, в принципе, с вами тоже ухейт, но при всем уважении, Раха, да, я думаю, что... Да, он старый волк, тебе я только начало, да. Здесь не вопрос даже старого волка, здесь вопрос... Ты вам боксер еще профессиональный, конечно, да. Он не профессиональный, знаешь, да, что он выходец из Хаджсакурес? Хаджсакурес – это наша национальная борьба. Вообще, да. Жуман Жоубеков, значит, ну, боксер, да, он еще мастер-боксер, нет? Нет, он мастер-спортбоксер, нет. По ММА он не боксер, то есть у него было... боксер, брат. Боксер он, брат. Не, я сам с Жуманом общался, я раскрывал эту историю. Перед боем видел, он сказал, я мастер спортбокс. Мастер спорта международного класса по ММА, но не по боксу. По боксу, сказал он. Да? Да, мастер спорта по боксу. Ну, туда я уточни, потому что я впервые слышу, что по боксу. Потому что забрать мастера спорта по боксу, это нужно в юношах. То есть, грубо говоря, в любительском виде спорта. А Жуман тогда не занимался боксом. Ну, он говорит, то есть он сказал, что он одел боксерские перчатки, брат, в 25-26 лет. Да, за то, что ему нравится. А сейчас сколько ему? Сейчас 34. О, это возраст нормальный. Ну, согласен. Согласен. Но он, видишь, всю карьеру провел. И Жуман очень чувствительный для кулаков. Он прям хорошо чувствует. Держит удар на самом деле. И удары тоже сокрушительные комбинации. Поэтому... Я бы хотел у Марселя кое-что спросить, да, по поводу боя Золотого с нашим Арманом Сагыном. Ты Армана Сагына знаешь? Да. Который добился... Давай, свое мнение поделись, пожалуйста. Ну, не знаю, брат, этот момент тоже 50-50, может Арман выиграть, может это Золотой. Ты думаешь 50? Потому что, да, он что-то в последнее время хорошую форму набрал. Кто именно, Арман? Да. Ну, 50 на 50, действительно, брат. Действительно 50 да. на 50. Да, может выиграть, брат. Это же кулачка, брат. Конечно. Один удар конечно. Решает. Ну, чисто не в обиду Золотому, я думаю, Арман выиграет. Ну, мое мнение... Здесь у нас чуть-чуть мнение с Исламбеком разделяется. Я очень сильно люблю Армана Сагына, это наш земляк. Молодой, ну, знаешь, брат, у меня друг тоже неплохой был, брат. Этот Бека. Да, у тебя же он дрался же против него. Да, он дрался, но у меня друг тоже... Вот там кыргызские флаги просто затмили нас, то, что опять засудили и так далее. Да. Вот видишь, если я не ошибаюсь, он является чемпионом Кыргызстана, да? Да, четырехкратный чемпион. По боксу? Да, да. Бексултан, да? Да, да, да. Он взрывной парень, да. Он же последний... Где я видел? В физрук файтинг, что ли, он там кого-то... Да, да, Октагон, да, да, Октагон дрался, брат. Октагон тоже дрался. А, в Октагоне тоже дрался. Жестко. Да. Хорошо бы показал. Да. ММА? Не, ММА, ММА. Да, в Октагоне, да, ММА дрался. ММА дрался, да? Ну, боксер базовый. Я видел, динамит в руках есть, он такой... В какой весовой категории он выступает? 61-65. 61-65 даже? Ничего себе. Он же большой. Да, действительно, он такой... Кстати, насчет веса, я в моменте забыл у тебя спросить. 57 килограмм ты сможешь сделать с Макаевым? Да, конечно, я же дрался 61.
Ну, сейчас свой вес 70. 68-70. Ну, да, ну да, брат, 12-13 килограмм для уровня. Да, если для при правильном кемпе 2-3 месяца, я думаю... Да, в Сагатуре тоже можно гонять. Конечно, конечно. Не, не 15, у меня 12-13 этаже. Ты сейчас спокойно, без напряга 70 килограмм весишь, да, получается? Да. Не держа вес, все в таком формате. Если он на диету садится и потом... На месяц 40 дня сядет, на диету четко будет. Конечно. Да, все решает чек. Если не секрет, какой ты чек жрешь от Брейва? То есть вот, за какую сумму ты выходишь против Макаева? За какую сумму ты хочешь? Не, я думаю, ну, не знаю, 10 миллион. В рублях. В рублях, ты говоришь. Примерно. Ну, если переводить в доллары, это 100, 105, 110 долларов. Ну, я долларов. Же уже последнее время этот октагон... Чек хороший, Марсель. Октагон тоже сказал, брат. Ты еще хочешь 2 хаты построить на Киргизии? Не, я октагон сказал уже больше миллиона. Они этот октябрь, ноябрь сказал. Сейчас сумма вот такие. Ну, Исламбеку мой этот брат, потому что мы дешевле деремся. Да, ну, октагон больше миллиона. Но мы не родственники, вот. Ну, я какую сумму принял, ты знал. Принял, парни, ладно. Я думаю, потихонечку можем уже закругляться. Я думаю, вы в комментариях, наши дорогие зрители, можете написать мнение. Это, знаете, такое было. Вот как Исламбек в моменте начал кричать в камеру просто. Чё, где газ, где газ? Я думаю, в любом случае конференция прошла очень такая дружелюбная. Да, на уровне, да. Это лучший Исламбек. Людям интересно. Еще это видео маленькое сделать, когда большие люди не смотрят. Да, да. Тебе, брат, надо маркетологу какую-нибудь книгу пойти действительно и просто качнуть ее. Да, Андийский файтинг чемпион, что такое, если откроешь, я думаю, будет хорошо. С твоей поддержкой, Раха, я думаю, действительно можешь как и промоутер выступить. Видение действительно неплохое. То есть парень думает, размышляет и видит брешь, да, в каких-то моментах. Да. Потому что некоторые игроки на нашем рынке не видят эти бреши, да, то есть в таком формате. Поэтому... Это для вас я говорю. Да, 100%. Все, мы приняли. Спасибо большое. Для вашей поддержки. Спасибо большое. Я думаю, мы все увидим 7 сентября, уважаемые зрители. Оставляйте свое мнение в комментариях. Ссылочку на покупку билетов мы оставим также снизу, да, переходите, вы закупаете билеты, потому что совсем скоро арена будет уже полностью набита, и я думаю, эти два парня удивят своим уровнем и своим настроем, поэтому спасибо большое. Можно мне честно сказать? Сейчас кетку на Келлингзер. Давай. Да. Жетінші қыркүйек күні Балуан Шолақ аренасына келіп, біздің спортшыларды қолдаңыздар. Жақсы бойлар болады. Басқа орақ. Все, ждем.